Ну вот, мы провели зондирование, значит, прибором Nemphis на площадочке 12 на 8 метров с шагом по профилю полметра, шаг между профилями 1 метр. Вот, и на этой площадке мы отбили вот какую-то большую коммуникацию толстую и одну, две, наверное, три поменьше. Вот эта визуализация, которую вы видите на наладоннике, она появляется прямо во время измерения. То есть ее можно видеть, прямо идя с прибором.